Всем привет! В эфире «Спортивная среда» и я, Любовь Почерникова. Хорошая физическая подготовка помогает в любой работе. Не исключение и профессия почтальона. Ивановец Максим Мельник достойно представил регион в финале Всероссийской почтовой спартакиады. Максим отдал плаванию 10 лет, получил третий взрослый разряд. Ему удалось завоевать две серебряные медали в плавании на дистанциях 50 и 200 метров. А еще у команды центрального макрорегиона была самая лучшая группа поддержки, которая победила в перетягивании каната среди болельщиков. Сначала у нас были соревнования нашего макрорегиона, на котором выявлялись те спортсмены, которые будут уже участвовать на Всероссийской спартакиаде в Москве. Вот. Там два золота получил. Потом уже сказали, что я буду участвовать в Москве на Всероссийской спартакиаде. Был рад и приехал. Конечно, хотел первые места занять, но два серебра тоже неплохо. Интересно то, что Максим готовился на сухую, без бассейна. Бегал, отжимался. Не смог тренироваться в бассейне, так как в спортшколе была спущена вода. На достигнутом парень не намерен останавливаться и через год снова будет бороться за золото почтовой спартакиады. Двое ивановцев вернулись с первенства России по грэпплингу с серебряными медалями. Эти награды стали для наших спортсменов пропуском на турнир международного уровня первенства мира. Два человека у нас стали вторыми призерами первенства России, отобрались на первенство мира, и это очень хороший результат. Даже если сравнивать с нашими соседними регионами, которые давно в грэпплинге и остались за чертой победителей и призеров. Для нас очень высокий результат. Лиза Хвостенко и Кирилл Голда никогда раньше в соревнованиях такого уровня не выступали. Было волнительно, но благодаря подготовке спортсмены уверенно дошли до финала, где, к сожалению, допустили ошибки, стоившие им золотых наград. На Россию приехали сильные соперники, но в финале проиграл только... Не хватило ума. Но отдал шею на удушающий и проиграл. Нужно было работать с девочкой, которая хорошо борется в партере. И мне нужно было больше поработать со стойки. В принципе, у меня почти это удалось, но в конце я немного... В конце немного не получилось то, что собирались сделать. Поработать над техникой и тактикой боя ребятам предстоит в ближайшие несколько месяцев. Серебряные награды позволили им отобраться на первенство мира по грэпплингу, которое пройдет в ноябре в Баку. Здесь уже ребята смогут показать все, на что способны. Я первый раз буду на такого плана соревнованиях, таких серьезных соревнованиях. Вообще не знала, что попаду на такие серьезные соревнования. Ну, я хочу хорошенько подготовиться и выступить так, чтобы победить. Осталось пару месяцев, буду готовиться усердно, стараться каждый день ходить на тренировки. Финал всероссийского турнира «Кожаный мяч», который проходил в городах Иваново и Шуе, завершился. Узнаем, в какой регион отправился Кубок победителей. В турнире приняли участие 72 лучшие команды со всей страны. По итогам первенства победа досталась юным футболистам из Ижевска. Второе место заняли белгородцы, третье – москвичи. Наши маленькие бомбардиры обосновались в середине турнирной таблицы. Хозяева поля, команда города Шуи, заняла 46-е место. Спартак Иваново. Заняла 51-е место. Объяснимо, почему? Потому что играли наиболее подготовленные команды клуба «Кожаный мяч». Ребята из Иваново были на год младше. Ну, выступили вполне достойно. А победители – это в высшей степени подготовленные команды, команды спортивных школ Ижевска. Там всегда, в общем-то, были очень сильные юные футболисты. Отдельно стоит сказать про команду из Шуи, где, кстати, проходила часть матчей. Эти ребята удивили всех, никогда ранее не выступая в таких масштабных турнирах и уж тем более на правах хозяев поля, проявили упорство и заняли 46-е место. Что в очередной раз доказывает, не только столица регионов богаты футбольными талантами. Продолжаем знакомить вас с новичками футбольного клуба «Текстильщик». На этот раз мы расскажем вам о полузащитнике Евгении Маричеве. В футболе Евгений с 5 лет. С тех пор ни разу не усомнился в правильности своего выбора. Я тренировался с
мальчишками, которые на 5, на 6 лет меня старше были, потому что младше не было возраста. И в 7 лет я поехал в «Локомотив», потому что был объявлен набор моего возраста 95-го года. Я приехал, и вот с тех пор меня оставили, я был там 12 лет, прошел от А до Я, наверное, всю школу «Локомотива», с маленьких лет до выпускного года. В «Текстильщик» футболист перешел из команды «Рязань», где играл 3 года в первенстве зоны «Центр». Я хотел попробовать свои силы в любой команде ФНЛ. Меня пригласил «Текстильщик». Я прошел просмотр и заключил контракт. И надеюсь, что мы в этом сезоне добьемся каких-либо там высот, вершин. Но я думаю, для нас пока главная задача – это не оказаться в зоне вылета в конце сезона, а так, как все тренеры говорят, выиграть каждый следующий матч. Будем к этому стремиться. Сейчас с поставленной задачей полузащитник справляется на все 100. В ряды красно-черных Маричев влился совсем недавно, но уже попал в десятку лучших бомбардиров «Олимп ФНЛ». 14 августа наша команда проведет матч со «Спартаком-2», а уже 18 числа нас ждет игра с футбольным клубом «Торпедо». Сейчас московская команда входит в число лидеров «Олимп ФНЛ». Будем болеть! На этом у нас все. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья. Пока-пока.